Надь, ну я же просил положить чуть-чуть. У тебя что, новый парфюм? Ну, да. Решил поменять, старый надоел. Сначала новая стрижка, теперь новый парфюм. Обычно люди так делают, когда хотят сменить жизнь. Может быть, ты за старое принес? Что, опять 25? Я же тебе сказал, что с Лизой все. Я пообещал, что с ней порву, и порвал. Ну что тебе еще надо? Не, подожди, мы не договорили. Уже месяц Надя мучилась от внезапной боли в плече. Боль была настолько сильной, что и пошевелиться она не могла. Причину этой хвори так никто и не смог определить. Ух, еле до вас доползла. Вот вы и забрались, конечно. А что, я так далеко живу? Конечно, далеко. А мне с моим плечом вообще передвигаться сложно. У меня спазмы какие-то. Может, поможете мне? Может, и помогу. Заходи в дом. Ну, рассказывай. Пару месяцев назад я в аварию попала. Была черепно-мозговая травма, но я поправилась уже. А с месяц назад плечо болеть стало. Я постоянно делаю МРТ, сдаю анализы. Проблем со здоровьем нет. Травматолог руками разводит. Когда врачи руками разводят и причину хвори не находят, надо в душу свою заглянуть. Может, эта душа твоя страдает и через боль в теле говорить пытается. Отпей. Ну, что скажешь? Полегчало? Напряжение уходит. Напряжена ты от того, что много обороняешься. Много резких движений совершаешь, с плеча рубишь. И душа от этого мечется. Болью тело сковывает. Как же мне не обороняться? Пару месяцев назад я такое пережила. Как раз до аварии. Толя! А ты что тут делаешь? У коллеги день рождения. Ну вот и решили отметить. А вы, значит, его коллега? И кем же это вы работаете в автошколе моего мужа? Что ты молчишь? Ты ведь это на ходу придумал? Прямо сейчас? Никакая она не коллега. Кто она? И почему у нее в руках цветы? Слушай, Надь, давай без истерики. Плохо, конечно, что так все выяснилось. В общем, Лиза моя девушка. Девушка? А ты не забыл, что ты женат? Надь, я хочу развода. Муж хотел уйти от меня, к ученице его автошколы. В итоге Толя бросил эту Лизу и признал, что она всего лишь была его увлечением. После этого он так отдалился от меня. Я боюсь, что он снова встречается с Лизой или еще с кем. В доме четыре угла, и каждый угол стоит на месте. И вы, косточки и суставы, Надя, на место встаньте. Не своди, да не крути боль ее тела. Держи этот настой заговоренных травок. Пей его, как плечо заболит. На время настой снимет твое напряжение и уймет боль. Что значит «на время»? Чтобы хворь твоя навсегда ушла, ты должна перестать рубить с плеча. Прежде чем что-то сделать, остановись, прислушайся к душе. И только после этого принимай решение. Ну, как тебе? Надя мечтала от недуга своего избавиться и надеялась, что мой настой поможет ей. Но не восприняла она всерьез мои слова о том, что надо перестать рубить с плеча. И не верила Надя, что это причина ее хвори. Надюш, а что ты такая хмурая-то? Да не до веселья мне, мам. Из-за Толи места себе не нахожу. Он так отдалился от меня.
Сейчас поеду на работу, потом домой, пожарю его любимые отбивные. Ой, хочешь его едой удержать? Ой, глупая. Как волк не корми, он все равно в лес смотрит. Прекрати. То ли любит меня. Это его интрижка была по глупости. Мы 15 лет вместе. Надюш, ну что ты в него вцепилась-то, а? Ну гордости у тебя вообще никакой нет. Ну мужик от тебя в открытую гуляет, а ты перед ним на цыпочках скачешь. Ну что ж такое-то, Надя? Я бы такому в лоб дала и вышибла за дверь. Не все такие сильные, мам. Я люблю своего мужа и не представляю своей жизни без него. Ради него я бросила жизнь в Петербурге и переехала к нему. Я была счастлива с Толей. Надюш, вот именно что было. А теперь нужно просто отпустить и начать жизнь заново. С чистого листа. Он собой заняться. Он ты у меня худенькая, как и здоровьем своим заняться нужно. Надюшенька, а? Какие люди? И что это мы тут делаем? Вообще-то я тут учусь. Другую автошколу найди! Держись подальше от моего мужа, сопля! Прекратите так со мной разговаривать, ясно? Я беременна от Толи. Что? Ты беременна от моего мужа? Врешь! Что тут за крики? Надь, что ты тут делаешь? Она мне сказала, что ты ребенка заделал. Это правда? Ты же мне клялся! Надь, не устраивай здесь сцены. Пожалуйста, иди домой. Вечером дома поговорим. Иди домой. Я 100 раз вам уже объяснила, что вам необходимо прийти в банк и оставить заявление лично. Вы это понимаете? Надь, ты как с клиентами разговариваешь? Ты как с цепи сорвалась? Сорвалась, представь себе. Прости, пожалуйста. Да что случилось-то? Бывшая любовница моего мужа беременна, и он отказался со мной это обсудить. И теперь я как на иголках жду разговора с ним. Надь, догони ты его в шею, что ты в него вцепилась? Уважать же себя надо. Давай скажи еще, что я слабачка. Вы с моей мамой как сговорились. Да, я не сильная, ясно, и люблю своего мужа. Ладно. Иди сегодня домой, все равно в таком состоянии ты работать не сможешь. Ну и что ты у меня на работе устроила? Теперь все мои сотрудники у меня за спиной шушукаются. Ты сам виноват. Как мне не скандалить, если твоя любовница забеременела? Когда она залетела? Какой у нее срок? Уже после того, как ты поклялся, что бросил ее? Нет, до. Срок 10 недель. Слушай, ну я же сказал, что я с ней порвал после твоей аварии. Ну, пожалуйста, ну... Ну, не истери, а. И не делай глупостей. Не хочу больше в реанимации ночевать. А кто меня довел до реанимации? Ты со своей интрижкой. Нет уж, дорогая, это ты себя довела. Когда в истерике пьяная села за руль. Ну, конечно, я во всем виновата. И в постель к этой Лизе я тоже тебя толкну. Слушай, ну, пожалуйста, ну не надо. Ну, я же сказал, что я остаюсь с тобой. Что с Лизой все. Ну, только буду помогать им с ребенком финансово. Вот и все. Прекрасно. Теперь ты еще этой девке платить будешь. Развлекся на славу. Так, сейчас меня хватит. Я в душ. Надежда обратилась к знахарке с резкой болью в плече. Знахарка определила, что причина болей – привычка Надежды совершать необдуманные поступки. Она дала Надежде настой и наказала перестать рубить с плеча. Надежда переживала из-за холодности мужа и подозревала, что Анатолий снова ей изменяет. Вскоре выяснилось, что любовница мужа Лиза ждет от него ребенка. Но Анатолий поклялся Надежде, что не уйдет из семьи. Не послушала Надя моего совета перестать рубить с плеча. Она продолжала принимать поспешные решения, даже несмотря на то, что боли в плече продолжались. Хочу тебе денег предложить на аборт. Срок еще небольшой. У вас вообще все с головой в порядке? Вы ко мне приходите и предлагаете мне избавиться от ребенка, которого я хочу родить. Бред. Лиза, умоляю тебя, отстань от Толи. Мой муж самый близкий родной человек для меня. Ну куда я без него? Успокойтесь. Ну, найдешь себе кого-нибудь. Зачем он тебе? Ты ведь молодая. А я, ну мне 38 лет, Лиза. Господи, да хорошо. Разбирайтесь сами со своим Толей. Ай!
смотри, куда прешь. Да вы сами на меня налетели. Что с вами, вам нехорошо? Плечо заклинило, повернуть не могу. Давайте вас в травмпункт отвезу. Не надо, лучше домой. Ну, хорошо, пойдемте к моей машине, я вас довезу. Помимо плеча у меня теперь еще и шея болит. Голову повернуть не могу, мышцы как скрученные канаты. Ой, хорошо как. Боль вроде отпускает. Сжалась ты, будто в угол загнанный зверь. Из плеча продолжаешь рубить. Любовница мужа беременна. Как тут с плеча не рубить? Ходила к любовнице, чтобы та аборт сделала. Снова ты торопишься. Сначала делаешь, а потом думаешь. Жмых целебный, травы вешние, сила вас недюжинная, с Нади хворь снимите, да в лес унесите, за холм, за болотную кочку, прямо в омут на веки вечные. Пей этот настой при боли. Это поможет на время от нее избавиться. Но ты должна из угла, куда себя загнала, выбраться и начать действовать не спеша. Не торопись ты принимать решение. Сначала все обдумай, только потом делай. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте, а что вы тут делаете? Да вот приехал справиться о вашем самочувствии. Плечо прошло? Получше, спасибо. Только с чего вам обо мне, чужом человеке, беспокоиться? Ну, так, может, поближе познакомимся? А я могу к вам на чай напроситься? Ну, сейчас я занята. А вообще, приходите вечером, часов в 7. Надя помнила мой наказ не торопиться в принятии решений, но выполнить его не хотела. Она боялась потерять своего мужа и решила вызвать ревность у него. Вкуснота. Да вы не только красавица, но еще и рукодельница. Ага, красавица. Актриса Голливуда. Мне актриса Голливуда как раз не нравится. Удивительно, почему такой мужчина до сих пор не женат. Или вы женаты? Нет, я вдовец. У меня взрослая дочь. Жена умерла 3 года назад. Соболезную. Тяжело терять близких. Да, я 2 года в себя приходил. Но год назад решил вытащить себя за волосы из болота и исполнить мечту. Построить дом в Краснодаре. Хочу перебраться поближе к солнышку. Я же инженер по образованию. А вы не одна живете? Нет. С мужем. А вы не говорили, что вы замужем? Простите, я, наверное, пойду. И ты не поинтересуешься, кто у меня был? Мужчина. Коллега? Нет. Иван не коллега. Он за мной ухаживает. Ну хорошо. Я тебя поздравляю. Поздравляю? И ты даже не ревнуешь? Тебе совсем на меня наплевать? Если бы мне было на тебя наплевать, я бы с тобой не остался. А ушел бы к Лизе. Надь. Я люблю тебя, но как друга. Понимаешь, страсти у меня к тебе больше нет. Как ты можешь так со мной? Ты ведь меня когда-то любила или ты врал? Нет, не врал. Я любил тебя.
Я влюбился в тебя с первого взгляда тогда в Питере. Но все кончено. Понимаешь? Я не знаю, но я не могу больше врать, что я тебя люблю. И ты бросишь меня, оставишь одну в 38 лет, одинокую и бесплодную? Это уж что ты бесплодная, ты сама виновата. Если бы ты тогда, 8 лет назад, не сделала аборт, у нас были бы дети. Аборт я сделала, потому что мы тогда поругались. Да это была просто ссора. А ты рубанула с плеча, сделала аборт, даже не поговорив со мной. И вот во всем ты такая. Как мне надоели эти ссоры. Я поеду к маме. Ну да, конечно же, к маме он поедет. К Лиде ты к своей поедешь. Да и вали! Ай! Простите, что не рассказала вам про мужа. Мы с ним разводимся. Он завел себе любовницу-малолетку, и она забеременела. Козел. После 15 лет брака. Любил-любил и разлюбил. Нет, ну что я сделала не так? Кормила, обхаживала, поддерживала. Когда он решил свою автошколу открыть, денег почти не было. Мы себе год во всем отказывали, и я его не попрекала. Ну что ж, сердцу не прикажешь. Прикажешь? Помимо любви есть чувство долга, привязанность. Согласен. Простите, мне пора. Дела. Наверное, я вас достала разговорами про мужа. Простите. Ничего, бывает. Я прекрасно понимаю, у вас рана еще не затянулась. Я сам после смерти жены долго отходил. Но мне действительно пора, мне нужно в контору по делам заехать. Если хотите, можем потом поужинать. С удовольствием. Ну и отлично. Приедете ко мне в гости. Могу суши заказать. Отличная идея. Ну и замечательно. Ну что ж, до встречи. Фу, вот и поели суши. Да, было вкусно. Ну, я хотел быть джентльменом, но ты сама на меня набросилась. Слушай, я голодный, как волк. Может, на самом деле закажем суши, а? А давай. В Краснодаре, небось, суши нету. Ну, а почему? Там все есть. И море, солнце, и овощи. Слушай, а какое-то мясо. Звучит как реклама. Зазываешь, что ли? Ну, почему бы нет? Сейчас ты со своим мужем разведешься и поедем ко мне в мой дом. Я как раз его через 2 месяца уже дострою. Ну и прыткий же ты. Надя радовалась быстрым переменам в своей жизни, но недуг не отступал. Надя помнила мой наказ не совершать резких движений, а обдумывать свои решения. Но она продолжала вести себя, как раньше. Меня Иван в Краснодар с собой зовет. Мой новый мужчина. Это что еще за Иван? Когда это ты успела-то? Мы с ним неделю назад познакомились. И ты с ним уже в Краснодар собралась ехать? А ничего, что ты еще замужем забыла? Ты же неделю только рыдала по своему мужу. А теперь Иван какой-то. Надька, ты что? С Толей все кончено. Ну ты подумай. Да как так можно-то, а? Ты то по мужу слезы льешь, то в один день раз и с другим мужиком ехать собралась. Ну, ты же сказала мне отпустить мужа. Мам, ну вот я его и отпустила. Мать, ну не в этом дело. Ну нельзя же за одну минуту такие решения принимать. Ты же твой Иван-то не знаешь совсем. Может, он аферист какой. Так дальше продолжаться не может. Надя, я просил тебя не приезжать сюда и не унижать меня перед моими подчиненными. Как я тебя унизила? Тем, что сказала тебе правду, что ты соврал мне, что хочешь пожить один, а сам к Лизе переехал. Знаешь, а уже не важно. Собственно, я приехала предложить развод. Ах ты, гаденыш! Так это ты, сволочь, жена, ты папа, козел! Папа, прекрати! Папа? Так он твой отец? А ты что тут делаешь? Значит, ты подговорила своего отца закрутить со мной роман, чтобы моего мужа заполучить? Что здесь вообще происходит? Я вообще ничего не понимаю. Пойдем, пойдем отсюда.
Надь, что случилось? Надежда радовалась переменам в своей жизни. Она рассталась со своим мужем и начала встречаться с Иваном. Надежда согласилась на предложение Ивана уехать вместе с ним в Краснодар. Но боль в плече и шее продолжала мучить ее. Ведь она не хотела выполнить наказ знахарки и перестать совершать необдуманные поступки. Здравствуй. Надя, у нас произошло недопонимание. Лично мне все понятно. Твоя дочь хотела увести моего мужа и попросила тебя за мной ухлестнуть, чтобы я на тебя переключилась и его отпустила. Так? Да что за глупости? Откуда я мог знать, что любовник моей дочери твой муж? Мне Лиза сказала, что беременна от какого-то женатика. Ну вот я решил проследить за Лизой, чтобы устроить разборки этому мужику. Ну да, конечно. И ты вот так случайно появился в моей жизни. Да? Случайно? Я приехал к дочери и там с тобой столкнулся. Или ты думаешь, что я сидел и караулил тебя там, а? Я уже не знаю, что думать. Ваня, уходи. Меня дико болит голова. У меня страшная мигрень. Боль с плеча перекинулась в шею, а теперь еще и в голову отдает. Да так, что от боли я уже ничего не соображаю. Все катится к чертям. В буйной головушке Надиной нету хвори, больной крови, а кость не биться, не стучать, в виски крови не ломать, Наде не болеть, не страдать, боль души отпустить. Боль вроде отступила, только голову как обручем сковала. Это потому, что ты будто в кандалах, загнанный в угол зверь, который не может из своего угла выйти и на всех бросается. Да как же мне в угол не забиваться? Говорю же, кругом один обман и предатели. Это они меня в угол загнали. Это не люди тебя в этот угол загнали. Это ты сама себя туда загнала своими резкими движениями. Ты мечешься, как раненый зверь. И в сердцах все вокруг вдребезги разносишь. Я уже не знаю, как быть. Я сняла твою боль на время. Но дальше все зависит только от тебя. Зачем ты приехал? Я ведь предложила тебе развод, чего ты? Иди к своей Лизе. Надь. Давай не будем принимать поспешных решений. Я поговорил с Лизой, все ей объяснил. Я останусь с тобой. Я тебя не брошу. Ну, как говорится, мы в ответе за тех, кого приручили. Приручили? Так вот, как ты ко мне относишься, как к зверушке? Нет, милый, я тебе не зверушка. Собирай свои вещи и уходи. Проживу без тебя. Квартиру поделим после развода. Надь. Уходи. Вань, что ты тут делаешь? Да я вот... Тебе спасибо большое. Ну, ты больше можешь за мной не ухаживать. Не старайся. Я дала мужу развод и отпустила его к твоей дочери. Надя, наши отношения никак не связаны с моей дочерью. Она ни о чем меня не просила. Я на самом деле не знал, что она беременна от твоего мужа. Ну, откуда такое недоверие к людям? Хорошие учителя были. Надя, ну я же тебя ни в чем не обманывал. Ты на самом деле мне очень нравишься. Давай начнем все с чистого листа. И не здесь вот, а в Краснодаре. Поживем, увидим. Надя начала встречаться с Иваном. Через год они переехали в Краснодар и поженились.
Ее хворь прошла, потому что она успокоилась и перестала загонять себя в угол. Плечи болят, когда совершаешь необдуманные поступки.